Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что решение по внедрению карты «Стрелка» в систему общественного транспорта Москвы будет найдено в скором времени. Говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья. «В мой адрес поступает много обращений наших жителей по поводу использования карты «Стрелка» в общественном транспорте Москвы. Мы ведем эту работу. Рассчитываю, что в ближайшее время найдем решение», — сказал губернатор. Февраля в соответствии с утвержденным графиком по адресу город Видное, улица Школьная, дом 77, с 10 до 13 часов будет вести прием граждан представитель Главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области. Волшебный мир музыки. Под таким названием прошла традиционная музыкальная гостиная в Видновской общеобразовательной школе номер 7. С приветственным словом к участникам гостиной обратился начальник управления образования Ленинского района Дмитрий Волков. В музыкальной гостиной приняли участие воспитанники 15 муниципальных детских садов, которые подготовили яркие театрализованные номера по мотивам сказки Пушкина «О царе Салтане». Февраля в 20:15 на нашем канале состоится прямой эфир с заместителем начальника Ленинского управления социальной защиты населения Андреем Миковым. Вопросы можно задать по телефонам 541-2540, 541-2525.